Может быть, в Утёной аллее. А может и нет. Или вы возвращаетесь домой из церкви. Или вы стоите на своем крыльце и покуриваете легкую сигарету. Но где бы вы ни были, вы должны быть готовы к этому. Слишком быстро. Ну, давайте повторим. Вставай, Гертруда. Это для твоей же пользы. Угу. Не слишком ли вы грубы с нами, женщинами? Вы думаете, грабитель будет с вами церемониться? Думаете, если на вас нападут на улице, они будут деликатничать? Я так не думаю. На чем остановились? Кажется, вы хотели пригласить кого-то другого. Я бы лично почла это за большую честь. Хорошо. Перейдем к конкретным примерам. Прежде всего, встаньте-ка там. Здесь? Да-да. Угу. А-а-а. Представьте, вы идете по улице свободной походкой. И кто-то кричит вам: «Эй, крошка, притормози-ка, я на тебя посмотрю, что вы будете делать?» Ну, я скажу, что ношу 44-й. И ты сейчас получишь такого пинка по заднице. А если это не сработает? Вдруг он решит, что ему захочется вот этого. О! Ага. Все, что ему потребуется, это вот что. Какого черта? Ты все испортила. Ах ты, старая... Молодец, подружка! О, простите. Я подумала, нет смысла защищаться деликатно. Чаще всего большинство хулиганов выискивают людей, которые выглядят беззащитными. Я права, но он... Вот видите, за секунду можно обратить страх и панику в силу! В силу! И тогда вас не запугать, вы сможете дать сдачи! Да! Я тебя повсюду искала! Наверное, я должна объяснить кое-что. Отличная идея. Да, этот парик слишком дорогой, чтобы портить его здесь. Вот и я говорю. Правильно. Катя, ты с ним закончила? Можно теперь я? Он ваш? О, дамы, черт, мисс Паттерсон. А бабушка, что здесь творится? Клянусь богом, я сейчас... Только это!